Интересно. Ну, я думаю, речка, конечно же. Ну и, конечно, места, по которым интересно. Купаться можно. Купаться? Да. Будет самое интересное. Плавать на байдарках и купаться. Орешки. Вода. Ну, леса, которые мы проплываем. И... ну, все, наверное. Ну, деревья плывать, плыть, грести. Вещи носить. Завалы всякие. На водном походе мне больше всего нравится грести. Вообще очень. Только пока ветер разрешает. Так в основном сушим весла. Наверное, природу любоваться еще. Ну, какие-то интересные моменты, ну, во время плытья по реке, там, опасности, прохождение их. Ну, что на ум приходит? Природа, окружающая среда, коллектив интересный у нас. Мне понравилось в водном походе грести больше всего. Да? Потому что мне не всегда давали грести. Тоже хотелось. Это было самое интересное. Еще интересно, кораблики делать. Ну, они сейчас у Наташи все.